Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Relax, и сегодня мы поговорим о проекте Scroll, пройдем тестнет и даже задеплоим смарт-контракт на Scroll. Это видео будет интересно тем, кто еще не проходил тестнет, а если те, кто проходили, то, может быть, узнают что-то новое про деплой смарт-контракта на Scroll. Скорее всего, они этого не делали. Итак, Scroll — это интересный проект, построенный на технологии Zcash-лапов. Мы знаем, что Zcash-лапы являются наиболее безопасным, дешевым и самым лучшим в своем классе решением для масштабирования эфириума на Layer 2 сейчас. Про технологию роллапов и Layer 2 мы расскажем вам в отдельном видео более подробно, поговорим о перспективах в 2023 году. Ну а сейчас про Scroll. Значит, Scroll, как по мне, это топовый проект с интересной идеей языка EVM. Он полностью EVM совместимый, а значит, что любой смарт-контракт с EVM можно с легкостью развернуть в сети Scroll. То есть разработка на Scroll эквивалентна разработке на Ethereum. Это одно из главных его преимуществ среди других проектов. Scroll может выполнять свой байткод EVM на Layer 2, при этом наследуя надежные гарантии безопасности от базового уровня Ethereum. То есть приложение DApps с Layer 1 можно будет быстро и в кратчайшие сроки перенести в Layer 2, при этом выигрывая масштабируемости и скорости. На Twitter Scroll подписан сам Виталик Бутерин. Он неоднократно говорил, что за роллапами Layer 2 у нас будущее ближайшее в эфириуме, так как они помогают выигрывать масштабируемости, скорости, дешевизне транзакции. И давайте поговорим о инвестициях в Scroll. На первом раунде, раунде A, было собрано 30 миллионов долларов, плюс 3 миллиона от ангелов. Это, я вам скажу, немало, с учетом того, что будут, скорее всего, последующие раунды, где соберут еще больше денег. Но самое интересное, что в инвесторах фигурирует Polychain Capital, лидирующий инвестор. А как мы знаем, Polychain Capital — это дочерняя компания Андреса Хоровица. И они, как профессионалы своего дела, выбирают только отборные перспективные проекты. И если вспомнить, многие проекты, куда они инвестировали, баловали нас достаточно жирными ретродропами. Поэтому, конечно, стоит обязательно выполнить активности в скролле. Значит, давайте перейдем на страницу скролла. Мы видим, что сейчас у нас проходит пре-альфа тестнет. Если вот посмотреть roadmap, то дальше будет альфа тестнет, затем ZKVM mainnet и так далее. Значит, начинаем. Нажимаем join pre-alpha testnet. Что нам нужно будет? Нам нужно будет подключить тестовые сети, добавить токены. В целом тестнет достаточно несложный, легкий. Даже с учетом деплоя смарт-контракта, я вам покажу, на самом деле это не так все страшно. Коннектим wallet, MetaMask. Добавляем токен. Layer 2 обязательно нам пригодится для смарт-контракта и тестирования. Переходим на кран. Запрашиваем тестовые токены. Переключаемся в Layer 1. Запрашиваем токены. Все, токены отправлены, ждем. Запрашивать токены можно раз в 24 часа. И вообще, все действия, что мы сейчас с вами пройдем, желательно повторять время от времени, потому что, возможно, будут учитывать какой-то TVL, как это было в Yumi тестнете. То есть нужно было проходить каждый день запрашивать токены. Поэтому если вы пройдете его один раз, это не значит, что вы попадете в ретродроп. Сам Scroll не обещает ничего от тестнета. Как обычно, те, кто не обещают, достаточно хорошо вознаграждают в дальнейшем. Дальше мы переходим в бридж. Нам нужно использовать взаимодействие с бриджом. У нас уже появился один эфириум. Перегоняем с Layer 1 в Layer 2. Это займет немного времени. Переходим в вкладку Swap. Пишет, что неверная сеть. Переключаем в Layer 2. И здесь в свопе мы будем использовать и TUSDC, TS обернутый эфир. То есть и тот перегоним. Опять же повторюсь, это желательно делать каждый день как можно больше транзакций. Дождемся токены. Токены пришли. Меняем на USDC. Затем на обернутый эфир. Переходим в вкладку Pool. Добавляем ликвидность.
делаем approve и нажимаем supply, подтверждаем. Вот она у нас появилась, пара. Можно теперь сделать remove, пусть будет 50%, то есть повзаимодействовать по максимуму, и в дальнейшем добавить еще. Подтверждаем. Также добавим. Со свопом повзаимодействовали. Теперь нам нужно отправить на другой кошелек. Будем использовать свой же. У нас есть второй кошелек. Все, эфир ушел. Повзаимодействовали между кошельками. Теперь нам нужно из Layer 2 перегнать опять средства в Layer 1. То есть тогда мы с Layer 1 в Layer 2 отправлялись, сейчас обратно. Готово. Давайте еще раз взглянем на официальный гайд от скролла, что мы не сделали. Кран прошли, бридж прошли, перегнали между кошельками, использовали своп. Бридж осталось только повзаимодействовать с эксплорерами на Layer 1 и Layer 2 и Rollup Explorer. Вот здесь вкладочки потыкаем. Что еще можно сделать в активности Scroll? Можно использовать биржу Mux, там проявить активность. Подключаем кошелек. Можно войти в позицию в лонг, в шорт и купить Mux LP. Давайте 10-е плечо. Лонг. Здесь Mux сам немного может подвисать, долго будет идти транзакция, ничего страшного. Главное, пошло. Но он в этом статусе может висеть очень долго. Параллельно откроем шорт. Перейдем в вкладку Liquidity и купим немного Mux LP. У нас эфир. В дальнейшем, как он появится с задержкой, можно будет его также продать. Вернетесь обратно. Это все, что связано с Mux активностью. Что у нас еще может быть? У нас можно заминтить будет в дальнейшем домен на скролле. Что для этого нужно? Нам нужно получить тестовые токены и заклеймить тикет. Токены мы получали. У нас, скорее всего, не хватит 0.5. В общем, нам нужно купить, заклеймить тикет. И нам выдадут ссылку реферальную, по которой мы должны будем приглашать сюда друзей. И топ-100 в лидерборде смогут, даже не топ-100, а вот whitelist 8000 смогут, скорее всего, заминтить этот домен. Ну, как минимум, можно хотя бы заклеймить тикет. Это все, что связано с доменом. Также мало кто упоминает, но у скролла есть в репозиториях Scroll Contract Deploy Demo, то есть задеплоить контракт. Это тоже интересная активность, которую, я думаю, стоит сделать. К тому же не так много людей ее сделают, многие боятся эти смарт-контракты, думают, что это лес дремучий. На самом деле ничего сложного здесь нет. Смотрите, у нас есть репозиторий Scroll Contract Deploy Demo, ссылку мы оставим в описании. Вот в контрактах в папочке мы видим log sol. Это тот самый смарт-контракт, который мы будем деплоить. Я посмотрел в интернете, на ютубе точнее, всего два видео, как развернуть смарт-контракты. И одно американское, и одно российское, с которого он взял, перевел. Но они усложняют себе задачу, они используют Visual Studio Code, Node.js качают. Для простых людей это не надо, потому что смарт-контракты мы не каждый день запускаем, это лишнее. Мы будем с вами использовать самый легкий способ, я вам покажу. Это использование среды разработчики Remix. Он онлайн, его можно запустить в браузере. Буквально в пару кликов сейчас мы с вами задеплоим смарт-контракт от скролла. Значит, нам что нужно? Нам нужна ссылка напрямую log sol. Обязательно, чтобы .sol.sol заканчивалась ссылка. Иначе он ее не распознает. Sol — это не Solana, это Solidity, кто не знает. Мы заходим в Remix Ethereum.org. И тут есть загрузить с. Нажимаем GitHub, вставляем ссылку. Импортируем. И вот, пожалуйста, слева у нас появился наш смарт-контракт. Нам надо его закомпилировать.
Для этого мы нажимаем Ctrl-S или на Mac Command-S, и вот начинается компиляция. Он нам выдает ошибку, потому что, скорее всего, неправильно выбран компилятор. Здесь у нас, как вы видите, Solidity версии 0.8.9. Это надо как минимум ее или выше. Поэтому мы меняем на компилятор посвежее. Пробуем сделать это еще раз. И вуаля, он скомпилировал нам смарт-контракт. Теперь нам нужно его задеплоить. Переходим в деплой. И что здесь нам нужно сделать? Кто не имел опыт с ремиксом, здесь не так все сложно. Мы выбираем environment inject provide, то есть напрямую с MetaMask нашего будем взаимодействовать. Вот подтягивается наш адрес. Главное, чтобы в MetaMask была выставлена та сеть, которая нам нужна. В данном случае нам надо layer 2, тестовая сеть от скролла. Вот, пожалуйста, она стоит. Есть небольшая часть в эфириуме. Здесь выставим газ лимит, волю. Это сколько мы денег будем отправлять. Вот тут можно переставлять. Тут нету точек, тут выбирается между показателями way, dway и так далее. Поставим 11, пускай будет. Вот наш смарт-контракт, который уже закомпилирован. А здесь важный нюанс. Нам нужно поставить unlock time. Давайте вернемся к скроллу. Карина Баку, вот, есть у нас unlock time like this. И вот смарт-контракт запускается. Подтверждаем. Поэтому лучше используйте значение unlock time, как в описании на GitHub. Здесь вот показаны примеры, как деплоить через Hardhead Foundry, но мы самый легкий способ выбрали. Но здесь зато показан пример суммы, но это не важно. Вот unlock time. Все, смарт-контракт у нас задеплоен. Можем его проверить. Смотрим в Explorer. Пожалуйста, success, confirm, все подтверждено. Вот наш адрес, вот контракт. Все четко. В общем, вот такой несложный способ запустить, развернуть, задеплоить смарт-контракт на скролле. А теперь давайте перейдем на официальный сайт ZKSync, ZKSync.io. На главной странице мы видим описание проекта, его задачи, roadmap. Но нас интересует табличка снизу. Вот, пожалуйста, перед вами гиганты проектов ZK Rollup, ZKSync, Polygon, Starkware. И что мы видим? Сам ZKSync позиционирует скролл на втором месте после него. Он уступает ему только в аккаунт Abstraction и Mainnet'е, но Mainnet, мы знаем, рано или поздно выйдет. Поэтому, ребята, это звоночек. Звоночек для того, чтобы сделать этот бесплатный тестнет. Он абсолютно не затратный в тестовой сети. В этом видео мы показали все ступени от официального гайда, скролл до дополнительных, это домен и деплоинг смарт-контракта. То есть абсолютно полный набор. Ждем ретро-дроп. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, видео было интересным, полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, постараемся ответить. И увидимся в следующем видео на CryptoRelax. До свидания.